В нашей рубрике «Срочно ищу дом» сейчас в кадре Матильда. Вот, девочка адекватная, ласковая, вообще умница, с понятиями собака такая. Но есть одна проблема. Матильда ничего не видит. Но дело в чем. Попала она к нам уже 3 года тому назад. У нее был... Она попала под машину, была беременная. То есть щенки погибли. Вот. У нее была травма головы, кровь залила глаза. И потом восстановить зрение не удалось. Так она осталась после травмы слепой. Вот. Она стерилизованная, то есть щенков никогда не будет. К местности привыкает моментально, то есть на новой местности поначалу она будет теряться из-за того, что не изучила как бы еще, ну, все моменты, там, где углы, где столбы, где еще что-то. Буквально в течение 3 дней вы никогда не подумаете, что у нее нету глаз. Она будет просто летать по новой местности, и проблем никаких не будет. То есть она быстро ориентируется, быстро запоминает, научилась это делать. Собака отличная. И ласковая, и к человеку, и вообще, и к другим животным. Ничего, ни разу за 3 года ничего плохого, замеченного в ее поведении не было ни в коем случае. Ну, все, ищет, срочно ищет новый дом. Матя молодец, Матя умница. Вот, Матя. Матильда. Да, Матильда?